Раф, как вот одновременно с ощущением величия Творца почувствовать и держать трепетно сердце каждого товарища, как вот сейчас, например, нашего Витю из Германии мы все почувствовали, как вот так вот почувствовать сердце каждого товарища и одновременно величие Творца? Ну, мы должны вообще таким образом встречаться где-то хотя бы раз в неделю, более-менее все, и поднимать нашу общую молитву, нашу общую просьбу к Творцу. И тогда у нас быстро получится. Мы уже стоим на границе между ощущением нашего мира и ощущением Творца.